ты меня слышишь? Дождь идет? Да, да. Вот это. Объясни, пожалуйста, какой хер ты мне сейчас кинул? Там наклейка, он зашел, кидай пассивно. Саня, у тебя дождь идет? Нет, уже закончился часа два назад. Слишком далеко. У нас такой любимый баб. Уже давно ебать. Месяц где-то. Дайте столик манги ставлю. Да, 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 тут. Он смотрит. Ну сейчас я зайду. Зачем тебе столько хилов? Мы втроем захилим. Блин, Аршан свет и Эрдру бутер. Как анализ сидит, блядь. Кто-то. Потом я могу по Льюину зайти, в принципе, за БДК. Thank you.
протопал ему исключительно от хилдов и всякой хуйни, но будет огромен меньше. Кто гнивает из меня? Да нет, ты преувеличиваешь, все сильнее. Достаю слишком. Вов не коня, а фришблат. Дайте баф. Кто танчить будет? Где они, блин? Все нашел. Не достаю. Ваши муки,
Нет, по-моему, пиздож какой-то. Девар кидает топор с максимальной дистанции, то босс сразу срывается, да, Войд? Как таунт, нахуй. Ну там Гровер пишет, может он так танк испытывается. Куда ты гуляешь? Двое сильнее страдания. Подойти поближе. Далеко был. Да, был. Сейчас. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной... Алекс сразу выбрала достойных союзников. Атака не проводила кровожадную заметку. Но боюсь, мы слышим и более. Слуги, обратите их в пепел! Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. А вот как ты ДПС крутишь.
Ашкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Стой, 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 мана, шаман. На рыба есть у кого? Как пробав идти? Пристабав. А с рыба? Вот этот крест. Ну что это было? Пул такой дикий. Я не проголосовал, но вот эффект у меня. Там пост где-то есть в группе. Ну, наверное. Или типа вообще разговаривать не буду с войной. Небеса в огне. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Надо подождать. Да. Фрейдблад. Самоклейка на месте бежит, блядь. Сам здесь прыгать не мог. Остерегайтесь теней. Самоклейка, ты здесь? Он на месте бежит. Он на месте, блядь, бегает. Забей. Да. Процентов сколько? Балшима. Так я не понял, учителю выходить? Самоклейкой зашел. Падение или бежали? Забей, живу тут два аршама, блядь. Свет стопаните, свет стопаните, не бейте. Бегите, перебежали, не бейте, блядь. Нормально, сейчас сядет.
Маги, не бейте, не ёбан. Ну, блядь. Ну, это филипец, блядь, это ГП. Ну да. Это невозможно захилить, это жесть. Самоклейка зашел на второй фазе. На третьей фазе зашел. Так че, другой хил не прыгнул тогда обратно во тьму? Ну не знаю, я эту инфу подал, но как-то она была... На третьей фазе, только третья фаза началась, он зашел. Она еще была, там, по-моему, был просто урон потерь больше из-за того, что там не 50. Ну, с меня последний раз диспелил просто мгновенно, сразу. Бонафрид, а ты сам себя диспелил. Андроиды, маги, они сами себя могут диспелить. Сейчас подожди, бафы, да? Пристабаф дайте. А ты что хотел? Че, Павлик, проспался, блядь? Не. Еще хочется спать. Я проснулся без 23. Ну все, все. Блять, на коня не хотел залезть, сука. Самоклейка выноси. Да, я тоже вижу. Да. Перебежали. Да. Че это, блядь, за спек с таким панцирем у тебя там? Перебежали. Давай, там просто ретрик умер, поэтому залива манны в отменем. Нормально он рефсит. Я пока не могу.
процент такой. Бежать. Локи, блядь, сорвется, бро. Стоп, да ты... Сука, сейчас захил вообще четкий был. Но он же не писал об этом в РК, правильно? Нет, поэтому... ТД — это шаман. Нет, но... Вот. Сейчас тоже отпущу. Сейчас позже захожу. Типа на вторую РС-ку заходить другим аккаунтом? Меня кикать, я сейчас зайду другим. Так вы сразу заливаете, когда заходите на другого персонажа. Поклонский. Кровер. Или Дашкин Поклонский. Если не ошибаюсь. Да не надо, его нету в рейде же. Ну так типа, я так понимаю, что он на него ИП и получал. На рок.
Накинешь ну, точно, точно. Он всегда так делает, он всегда, когда оставляет просто перса в рейде и его фейцы ими, это нормально. Ну, тоже накинь. Я точно накину, наверное. Короче, Слава, отойду там 3 минуты, 4, там куда идти надо. Чем могу помочь? Обычку там герстый. А где руки? Могу пригласить члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. Где люди потерялись? Такие сендеры. У Альдорана, кажется, кот и сова, а вот Джубанг не сильно. Жмите на порталы. Thank you.
Ну что там, Слава, кто нужен? Подожди, вон еще двое. Подожди, сейчас еще плюсану. Фурик плюсует. Слава, что там, кто нужен? Да все есть. Протопало. Захожу. Я смотрю, 4 лока уже. Тайлен какой-то. Слава. Захожу вам. Да. Да, что-то не понял, когда ты успел в Бадрюде включать слово. Ну да, есть такое. Думал, это один и тот же друид, блядь. А хули войд, блядь, начинается. Да, дайте штрудели, блядь. Ну, теперь это тоже штрудели. Блядь, нахуй нам трэш. Блядь, гром гремит, нахуй. Погодка, конечно, не из лучших. С неба на землю, блядь. Слишком далеко. Вон еще ТК какой-то пришел. Мне с командира. Да я такой ману отопью. Не будь тебя. Ну да, гремит жестко.
Дайте, блядь, каску хотя бы. По случаю херить буду, блядь. Ёб твою мать, меня в полёте убил, нахуй. Если бы Войт не давал звездопад, всё было бы нормально. А, Войт, возьми этого. Лапслин. В гильдии плюс хвали. Хвали в гильдии. Лапслей, вроде бы. Да, Филипп Солосист, он... Клетрик 59. Он хант плюсует. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Выйду на хате, Да. Лара. Там Сэдли тоже хочет. 6-2.
Очком, блядь, чё? Войдовским. Черепец, 40. Ну, сорян, сорян, вообще сорян. Пиздец. Не, это я. Бегу в одну сторону, потом понимаю, что там смысла нету бежать, бегу в другую сторону. У вас ханты мертвые, рога там если есть, можешь ехать. Первым же босс обосрались, да? Тюлени, в тюлени плыви. Тонет, сука. Дай только, блять, ману отпить. Дайте бафа. Кулак по хантам. Баф. Отойду 30 сек. Баф куинту. Листобаф лап куинту. Нет. Рыба справа. Алло, кого я там хилю? Прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово.
Алтар не оставляет живых. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Вое сильнее страдания. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да ладно, блядь. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Негодяй, бля. Пожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешан. Алекстраза выбрала достойных союзников. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Слуги, обратите их в пепел! Две кнопки против трех? Ну да. Ну две доты, 20 менее, ладно, 4 кнопки. Ты раскол не стакает, то две. Раскол не все. Будет его не использует. Мощный удар, казнь. Ну так ты же ее все равно, когда все остальное на КД используешь. Ну и хуёво добить казнь до ДПС. Дайте еще крест, кто там дает. На хантах только два бафа, кулак и каску. Ну, изначально я бафал и МП5, и кулаки. Так что пусть лавслей бафнет им МП5 и все.
Кулак ему дайте, будет готов. Дали ему 10 минут. На себя еще два шага сделаем, чтобы он прошел. Ну нормально, нормально. Мы чуть подвинемся. Лезвие. Пятьдесят три, готовься. Фаза скоро. Фаза. Перебежали. Возьми Геру, да. Сука, у меня мана нету. Я постою. Беги, малышка, беги! Наслаждайтесь сполна ее вкусом, ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Ну да.
Квест на ребро был ранен. Я ливнула, что вот это, Увар, вот этот, Ригли Грек, или как он там, он, у него есть двойное ЕП или чё? Шаман, я не хилю, нах, то же самое. Или репрессиями начинает заниматься члена другой группы. Там же в журнале все есть. Посмотри в журнале. Там... Журнал, да, общий, это Двар получал, и я не хилю, нах, тоже получал в прошлом. Я накинулся. Ну, не я не хилю, нах, вижу, получал. Так у меня двойное. Так я варом тогда был в той резке. Не хилю был, ну, на той резке, короче, варом своим. Получал, вар это тоже. Не знаю, я пока просто как бы спрашиваю, ну, если людям как-то не доходит, я хз. Но вот этот я не хилю, нахуй, у него двойное, да? Ну тогда тоже его в шестую пати или куда там, и надо разбираться, что. Еще полгода разбираться будет. Просто их кикни и не начисляем ЕП. Спин сделай, блин, кто там, два раза. Спин более.